Приветствую вас. Да, вы описываете с одной стороны тревожность, тревожное состояние, да, то есть какую-то вот реакцию постоянную на вероятную угрозу вам, вот, с одной стороны. С другой стороны, вы описываете также свою склонность к контролю, вы описываете свою склонность к тому, чтобы пытаться все предусмотреть, пытаться все предвидеть. И по понятным причинам у вас это не получается, это не получится, потому что, ну, это невозможно сделать для кого-либо. Ну, вообще говоря, вот можно выделить момент, что вы... ну вот я бы сказал так, что вы себе очень сильно не доверяете. То есть вот у вас нет доверия к себе самой. И, соответственно, в этом... Ну, одна из основных сложностей, как мне кажется. Вот. То есть мне кажется, что вот именно то, что вы не можете себе доверять, то, что у вас не получается себе доверять. То, что вы, ну, может быть, обесцениваете свою собственную реакцию на, ну, на какие-то события, на какие-то действия, на какие-то... происшествие, то, что вы не хотите и не можете реагировать более спонтанно, чем вот вы реагируете. Вот. Вот это вот является вероятно всего вашей проблемой. Ну, такой вот основной проблемой. Может быть, здесь есть страх ошибки. Может быть, здесь есть страх ошибиться. Вот. Страх ошибиться, страх осуждения за ошибку и так далее. Вот. Может быть, проблематика какая-то еще, да, то есть может быть проблематика в чем-то еще. То есть тут я бы сказал, вот, нужно разбираться и исследовать. Вот. Разбираться и исследовать значит, то, что с вами происходит. Вот. Соответственно, то, что можно вам ответить. И, конечно,
ну, требует анализа дополнительного. Требует исследования. Как вы к этому пришли? И так далее. Вот. Ну, в целом это такие вот требования к себе на достаточно высоком уровне получается у вас. Вот. Ну, это, в принципе, более чем решаемо, да? То есть тут нет какой-то критической прям истории, это все более чем решается. Вот вопрос, пожалуй, только вот в том, хотите ли вы это решать, да, и, ну вообще вот, хочется ли вам это все решать, вот, хотите ли вы, там, грубо говоря, этим заниматься, вот. Если хотите этим заниматься всем, ну, вот, то есть, если вас, ну, если вам это интересно, допустим, то, ну, обращайтесь за, собственно, помощью к психологу, да, за помощью к специалисту, вот, мы будем рады вам помочь, будем рады помочь вам разобраться в вашей ситуации, в вашей проблеме. Вот, если же вы как-то не готовы, ну, вот, в себе разбираться, если вы сомневаетесь в том, значит, ну стоит ли оно того, вот, то, ну, в таком случае, наверное, вы просто в какой-то степени еще не созрели. Не созрели для того, чтобы, ну, получить помощь и так далее. Вот. Ну, в этом самом по себе страшного ничего нет. То есть, ну, не созрели, не созрели. Вот. Это не проблема совершенно. Вот. То есть, да, это у вас психологическое что-то, да. Это правда. Вот. Это действительно, вот действительно, это психологический момент. Это верно. Так и есть. И, соответственно, работать с этим, ну, нужно вам с психологом. Вот. По-другому не получится. Вот. Такой вот момент. Так было всегда у вас, или, ну, когда-то не было. То есть вы всегда ощущали, вот, тревогу, если что-то болело или что не так. Вот. Кстати, про болезнь,
вот именно вот, ну, контексте заболевания, контекст именно того, что вот вы боитесь заболеть и прочее, я бы сказал, что здесь имеет место быть, ну, попытка, знаете, ну, как бы привлечь к себе внимание, то есть люди, вот что сразу идут к врачу чрезмерно тогда, когда у них есть потребность во внимании какому-то, ну, достаточно, я бы сказал, достаточно серьезно, я бы сказал, потребность во внимании. Вот. Так что здесь я бы спросил у вас, как вы себя ощущаете с точки зрения своей ценности. То есть чувствуете ли вы себя, ну, ценной, значимой, важной. Но не боитесь ли вы там, допустим, да, ну, допустим, той же ошибки, да, вот, совершить ошибку, что будет, если вы совершите ошибку, что будет, если, почему я так боюсь, что, значит, ну, что что-то может там пойти не так. Вот. То есть это вот, ну, такие вот все достаточно, ну, важные достаточно моменты, как мне кажется. Вот. Ну и то, что вы это делаете неосознанно, да? То есть, ну, то есть вы пытаетесь компенсировать, решить свою проблему таким поведением, но она, естественно, не решается, да, и не решится, потому что немножко в другом кроется проблематика ваша. Ну, вот, поэтому так важно, чтобы вы нашли время и возможность для того, чтобы поработать со специалистом. Вот. Ну, по крайней мере, такой ответ представляется мне наиболее правильным, если вы готовы действительно решать свою проблему. Вот. Ну, в целом, конечно, ну, в целом нужно как-то вот, я бы сказал, стремиться, да, к тому, чтобы развивать доверие к себе. Потому что без доверия себе очень сложно. Вот, и постоянно подвергаться мнению. Я, ну, так вот предполагаю, что вам могли блокировать просто какое-то вот, ну, какое-то выражение своих своих чувств, да, вам, ну, могли просто блокировать это. Вот.
И вполне возможно, что это является одной из причин, которые вы себе не доверяете. Вот. То есть я не могу себе доверять, потому что если я доверюсь, то ну, другие будут недовольны. Вот. А можно взять ну еще вот в качестве такого примера. Это невыраженная агрессия, то есть вот и аутоагрессия, то есть стремление такое вот к тому, чтобы себя наказать. То есть вот мысль о том, что со мной что-то не так, да, и что я заслуживаю там, ну, какого-то наказания, например. Вот. То есть такой может быть вариант еще. Вот. Хотя все это, конечно, довольно, ну, довольно неприятно, безусловно, да. И, наверное, как-то, не знаю, как-то, наверное, не хотелось бы, чтобы вы испытывали подобные переживания, да. Вот. Ну, повторюсь, вам можно помочь. Вот это не так трудно, как может казаться, по крайней мере. Вот, важно ваше желание. Просто мне кажется, что вы сами в глубине души не готовы отказаться от своей такой вот позиции. Вот. Мне кажется, что вы, ну, как-то, знаете, что вы как-то будете, ну, пытаться удержать ее, потому что всегда несколько страшно бывает что-то менять. Вот. Но я могу ошибаться здесь. Вот то, что я говорю, это не истина. А в последней инстанции, да? Ну, прошу вас это учитывать. Вот. Ну, все. Я думаю, на этом можно закончить мой ответ. Я надеюсь, что вам в целом это было полезно. Надеюсь, что в целом мой ответ вам был полезен. Я надеюсь, что вы найдете, значит, способ, я надеюсь, что вы найдете возможность для себя обратиться за помощью, вот, в том числе за профессиональной помощью, да, и поработать с тем, что вас тревожит. Надеюсь, мой ответ дал вам какую-то вот пищу для размышлений. На этом все. Еще раз удачи вам, всего самого доброго. Обращайтесь к любому из специалистов.